Семена виолы крупноцветковой экстрада Peach Shady Swiss Blotch высевают ранней весной в ящике или в начале мая сразу в открытый грунт. Предпочтительно выбирать участки с хорошим освещением или в полутени. Для посева подготавливают питательную почву, хорошо взрыхленную. Кусты невысокие 15-20 см. Период цветения – август-октябрь. Цветы виолы экстрада Peach Shady Swiss Blotch одиночные, 8-10 см в диаметре. Окрас нежный кремово-коралловый с темными вишневыми пятнами. Хорошо смотрится в групповых бордюрных посадках. Виола крупноцветковая экстрада Peach Shady Swiss Blotch – это двулетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Виола прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания виола прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает виола крупноцветковая экстрада Peach Shady Swiss Blotch в месяц сентябрь-октябрь. Интересные цветы виола могут быть до 80 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.